метеопрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствую я, Ольга Матвеева, и наш спонсор – медицинский центр «Семейный доктор». 6 лет на защите вашего здоровья. Медицинский центр «Семейный доктор» предлагает широкий спектр качественных медицинских услуг для взрослых и детей. Все виды ультразвуковой диагностики, в том числе УЗИ сердца, плода, оценка проходимости маточных труб. Более 1000 видов лабораторных исследований. Лазерное лечение заболеваний лор-органов, герудотерапия, водительские комиссии. Прием ведут только высококвалифицированные специалисты с огромным опытом работы. Болезнь можно предотвратить до начала тревожных симптомов. Медицинский центр «Семейный доктор». Ваше здоровье – наша забота. Железнодорожная, 34. 15 июля, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске ночью ожидается 18 градусов тепла, днем плюс 26, облачно, небольшой дождь, ветер южный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 758 миллиметров ртутного столба. А в воскресенье 16 июля ночью 18 градусов тепла, днем плюс 24, облачно, небольшой дождь. По народному календарю 15 июля – Берегиня. В этот день можно было попытаться приворожить возлюбленного. Для этого нужно было взять маленькую березовую веточку и тайно положить на порог. Люди подмечали, если на деревьях появилось много желтых листьев, осень и зима будут ранними. А я напоминаю, что в медицинском центре «Семейный доктор» в июле скидки на обследование женских гормонов и инфекции, передаваемые половым путем. Медицинский центр «Семейный доктор» на Железнодорожной, 34. У меня все, я прощаюсь, а «Вестник Северодвинска» продолжается.